Дорожное радио представляет «Чудо своими руками». Накануне Нового года в рамках акции «Чудо своими руками» команда Дорожного радио отправилась в свое самое волшебное путешествие – Великий Устюг в гости к российскому Деду Морозу. Напомню, что больше месяца на сайте дорожное.ру мы собирали рисунки с поздравлениями для Деда Мороза с Новым годом. Далее мы нанесли их на ткань и из этой ткани отшили новый наряд для главного волшебника страны. И вот теперь такой вот полный комплект со всей страны и от всей страны мы везем вручать российскому Деду Морозу. Первая остановка – Ярославль. Город, основанный в XI веке, нельзя проехать транзитом, потому мы решили остановиться и погулять. И, конечно же, не прошли мимо Ярославского Кремля. Кремль называют рубленым, так как при основании города Ярославом поселение было обнесено деревянными рубленными стенами и рубленными башнями. Территория небольшая, но весьма впечатляет. Путешествуя, обязательно уделите внимание городу, заедьте, остановитесь, погуляйте. Не пожалеете. Чем ближе к вотчине Деда Мороза, тем больше ощущение, что мы действительно въезжаем в сказку. Посмотрите, какая красота за окном. Снегом, буквально одеялом, покрыта дорога, а на деревьях снежный покров похож на пушистые шапки. Кстати, в этих лесах очень много животных, и они совсем не сказочные, а самые, что ни на есть, настоящие. Потому убедительная просьба быть внимательными на дороге и не игнорировать знаки «дикие животные». 2 дня в пути, и вот она, вотчина главного волшебника страны, российского Деда Мороза. Место, где исполняются все желания и куда мечтают попасть абсолютно все, без исключения. Кстати, для справки, сама вотчина находится примерно в 10 километрах от Великого Устюга. Тут, конечно, все здорово устроено и организовано. Вотчина Деда Мороза – это огромная территория в Сосновом Бору. Наше приключение началось с прогулки по тропе сказок, где гостей встречали жители волшебного леса – леший, аушка, лесная кошка, баба-яга и другие сказочные герои. Хлопаем-хлопаем, счастье набирается. Вот как сказать. А что творилось с детьми, их счастью не было предела. Да что там дети, мы и сами активно участвовали во всех конкурсах и викторинах. Каждому ребенку, который приезжает в гости к Деду Морозу, в отчину Деда Мороза, дается вот такая зачетная книжка. На самом деле интересная штука. Здесь есть школа волшебства. Ребенок, пока гуляет по отчине, он изучает много ремесел и много дел. И в конце, когда он все проходит, он получает отметки о получении сертификата и отметку о получении шапки волшебника. Вот так. Мне, к сожалению, такой не дали. Что делать? После прогулки мы, наконец, дошли до самого главного сказочного терема, где и живет Дед Мороз. Помощники Деда Мороза нам показали все комнаты сказочного дома. Кладовую сказок, сказочную-предсказочную, волшебную лабораторию, рабочее место Деда Мороза, библиотеку, опочивальню и гардероб с его сказочными нарядами. И в завершении экскурсии нас встретил сам хозяин в тронном зале. Я до сих пор под впечатлением от самого дедушки. Какой он статный, представительный, высокий и красивый. А представляете, что случилось с детьми? Дедушка с каждым поговорил, поздравил и вручил подарки. Меня Наташа зовут. А меня Дед Мороз. Вот, Дедушка Мороз. Дорожное радио и наши слушатели, да. Мы проводили совместную акцию. И мы готовили тебе подарок. Потому что всегда ты всем даришь. А в этот раз мы решили, а почему бы нам бы, тебе бы не сделать совместный подарок? И зная, что ты у нас нарядный, что у тебя есть дом моды Деда Мороза, мы решили с нашими слушателями отшить тебе наряд.
То есть мы в течение месяца собирали от детей поздравления. Поздравления нарисованные, которые в итоге мы в виде узоров нанесли на шубу, на ткань и отшили из нее вот такой красивый-прекрасивый наряд. Ой, вот красота! Видите, каждая звезда – это рисунок ребенка нашего слушателя, который таким образом он вас поздравляет с Новым годом. Видите? Есть у меня наряды спортивные, летние. А это стало быть художественным. Да, и это от слушателей Дорожного радио от со всей страны. К нему полагается, естественно, шапочка, а как же без этого? И вот такие вот варежки, тоже с рисунком. Ну, мастера, вот так удивили. Надо ж такое придумать-то. Ну, молодцы, уважили. Ой, удивили. Радость, счастье и благополучие, чтобы исполнил все ваши заветные желания. А вот за посох подержитесь, волшебный, мои милые. О, для желания загадайте. А это самая наша любимая часть всех путешествий – загадать желание. Ну, то, что оно теперь точно сбудется, сомнений нет. И вот, окрыленные чудесами, мы отправились далее гулять по вотчине. А интересного тут более чем предостаточно. Ледник, зимний сад, кузница, пасека, дом ремесел, лесная аптека. Тут даже можно прокатиться на печи или на собачьей упряжке. В самом Великом Устюге находится дом моды Деда Мороза. Да, и такое есть. Дедушка хоть и не молод, но от моды не отстает. Сначала нам провели экскурсию и рассказали историю костюма Деда Мороза. И даже разрешили кое-что примерить. Мы попали на производство и своими глазами увидели, как и из каких тканей отшиваются костюмы, насколько это сложная и кропотливая работа. Узоры из меха на бархате, обрамленные серебром, дело непростое, поверьте. И да, используются только искусственные материалы. Дедушка Мороз за охрану живой природы. В конце мы приняли участие в модном дефиле и примерили костюмы различных сказочных героев. Все девочки хотят, конечно же, быть царевнами и снегурочками. Мне досталась роль совы. Сначала, честно, я расстроилась. Но потом Пуговка, так зовут вот эту чудную помощницу Деда Мороза, напомнила мне, что сова – это самая мудрая птица. Ну и это меня устроило. А в конце всем гостям предлагается пройти мастер-класс, прикоснуться к прекрасному и своими руками сделать чудо. Начать хотя бы просто с пуговки. Вот и подошло к концу наше путешествие в настоящую сказку, в вотчину Деда Мороза. Мы встретились с главным волшебником страны, вручили ему подарок. Дедушка остался доволен, передает всем огромное спасибо и поздравления с Новым годом. Да, удивили мы дедушку. На обратном пути мы остановились в Вологде и немного прогулялись теперь уже по Вологодскому Кремлю. Интересный факт. При строительстве планировалось, что Вологодский Кремль должен быть в два раза больше московского. Но в 1571 году Грозный спешно покидает город. Легенда связала этот отъезд с неким происшествием в строящемся соборе. После этого финансирование строительства Кремля прекратилось. А так, кто знает, как бы история повернулась. Вот и подошло к концу наше заключительное и, я бы сказала, самое главное и волшебное путешествие в 2018 году. От лица Дорожного радио хочу поздравить всех с Новым годом. Хочется всем пожелать, чтобы в 2019 году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания. Ваше Дорожное радио.